Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 13 августа на пятом канале состоится показ сериала «Контуженный». В прошлом Дмитрий Чистяков служил в горячих точках, где получил серьезное ранение головы. Сейчас же он является командиром спецназа, который благодаря своему профессионализму находится на высоком счету у вышестоящих лиц. Однако прошлое дает о себе знать. Чистякова мучают головные боли. А вскоре, при выполнении важного задания, отключается и приходит в себя уже на больничной койке. Чистякову ставят неутешительный диагноз – неоперабельная опухоль. Из-за состояния здоровья его отстраняют на год. А вместо физических нагрузок ему прописали покой и употребление серьезных таблеток. Близкий друг Дмитрия находит ему работу – устраивая его в криминальную полицию на должность референта. Однако на следующий день этот самый знакомый погибает при странных обстоятельствах. Чистяков, несмотря на недуг, берет в свои руки это дело. Он начинает проводить собственное расследование, так как хочет докопаться до истины и найти того, кто виноват в смерти его близкого друга. В это же время главный герой понимает, что благодаря опухоли у него открылся особый дар. Он, прикоснувшись к любым вещам, может увидеть чужие воспоминания. Показ сериала состоится 13 августа на пятом канале. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!